Добрый вечер всем. В клубе И-20 Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, мы вас приветствуем. Мы рады вас видеть. Вы знаете, что у каждого из нас к вам свое отношение. Многие с вами согласны, некоторые не согласны, но важно то, что вы заставляете всех нас мыслить. И я видела, вам написал кто-то отзыв, комментарий на YouTube. Спасибо за то, что вы есть, вы помогаете нам жить и дышать. И лично я с этим согласна. Вот мы с вами обсуждали формат сегодняшнего вечера, и вы предложили читать стихи. Мы с удовольствием послушаем стихи. Но у нас еще есть несколько вопросов к вам. Если вы не возражаете, вот у меня первый вопрос. Похоже, что модус операнди России, цитата, «умираем и убиваем за идею, даже если это идея воображения больного мозга вождя». Если это так, какие у нас могут быть надежды на будущее? Но не будет Путина, будет кто-то другой, и народ же тоже останется. Где тот Моисей, который будет водить этих, в кавычках, суперменов 40 лет по пустыне? Ваше мнение. Националистическая идея больше никого не вдохновляет, просто потому что она показала свою абсолютную гибельность. Это была идея особого пути, что Россия – особая страна, со своими не столько историческими, сколько даже физическими законами. Эта идея особости, она более или менее вдохновляла Россию, начиная с Ивана Грозного. Ушло 7 веков, во время которых Россия, движимая этой идеей, ходила по кругу. Сейчас, мне кажется, этот паровоз, который по кругу ездил, уже потерял большую часть своих вагонов и сам разваливается. Так что никого никуда 40 лет водить не надо. Мы просто исчерпали благополучно запас этой идеи, скомпрометировали ее перед всем миром и перед собой. И теперь надо молиться только, чтобы Россия не покусала Украину, то есть чтобы зараза эта не перекинулась на Украину. Ведь на Россию фашизм перекинулся. Такой радикальный антисемитский фашизм здесь места не имел. До того, как мы вступили в смертельную схватку с этим монстром, с этим оборотнем. Этот оборотень нас очень сильно покусал. И в конце 40-х здесь возникла идея борьбы со всем миром, потому что мы особые, мы отдельные, мы победили фашизм, никто другой этого бы не выдержал. И поздний сталинизм уже был от фашизма совершенно неотличим. Плюс антисемитская вся парадигма, плюс безумная архаика. Вот это все и закончилось, мне кажется. Мой вопрос вот какой. Ну, а как с евреями быть? По вашей теории, они соль земли в каждом отдельном государстве. Вот такая крупица. Сегодня, наверное, и эта идея совершенно разрывается, потому что. Вот это мне очень интересно. Куда теперь вы? Почему же она разрывается? Посмотрите. Огромная роль евреев в Украине, в русском инакомыслии, в Америке. Это такое бродило, которое бродит там, куда попадает. Куда же это денется? И что делать с евреями? Неужели настало время для окончательного решения еврейского вопроса? Евреи, по-моему, прекрасно справляются. Ну, а как с Израилем что делать? Понятия не имею. Меня это совершенно не интересует. Пусть этот вопрос решают те, кто там живет. Меня интересует моя позиция евреев в русском мире. Она меня совершенно устраивает, потому что я вокруг себя произвожу некоторые вихри, а эти вихри сами по себе довольно креативны. А что там делают евреи в Израиле, это их личный выбор. Да, но русские евреи, те же самые, скажем, русские евреи, не вообще евреи. Русские евреи ненавидят всех остальных, и это, мне кажется, очень опасной вещью. Это правда. Это правда. То есть я понимаю, идея
любая идея, вы сказали, национализма или избранности народа, это граничит с идея национализма – это рак. И говорить, что наш национализм хороший, а ваш плохой, да, ваш рак убийственный, а наш рак здоровый. Это неправда. Ну, видимо, нужно пройти через какие-то прививки, чтобы эти антитела выработались в организме. Как вы думаете, кто будет лидером после того, как Путин уйдет и более молодой провалит все? И вы сказали, будет смута. Я думаю, президент Навальный, премьер Ходорковский. Хотя наоборот, меня тоже устраивает. А министр образования я, а министр культуры нам не надо. Министр образования нас устраивает. Меня тоже устраивает. Хорошо. Следующий вопрос. Какая литература может помочь осознать, принять и пережить то, что происходит? Наверное, в России сейчас никто не пишет о происходящем. Ну, опасно. Кто пишет о войне на Украине? А если они пишут, кто их переводит? У вас в вопросе уже некоторое смешение планов. Значит, осознать, принять и пережить. Принять это нельзя и не надо принимать. Осознать – это индивидуальная работа, в которой литература не помогает. А пережить, опять-таки, понимаете, не надо на литературу взваливать функции психотерапевта. Литература, она же, как известно, не врачи, а боль. Поэтому нет, никакая литература не поможет ни принять, ни пережить. Ну, по моим таким впечатлениям, пережить любую кризисную ситуацию помогает Жюль Верну. Потому что у него есть пафос преобразования мира, человеку очень присущий, и увлекательный сюжет, и масса новых сведений. А что касается, так сказать, литературы о текущем моменте, ее пишут в России очень много. Стихи выкладывают постоянно сеть, она им переполнена. Значит, Варвара Турова уже написала, война породила массу плохих стихов, поэтому нет войны. Надеюсь, что Варваре Туровой воздастся за это кощунство. Стихи вообще нужны. Плохие, хорошие, неважно. Нужны как аутотерапия, нужны как способ пережить отвратительное время, нужны как вытеснение мерзости из мира, потому что чем больше будет стихов, тем меньше будет хаоса. Поэтому пусть люди пишут даже самую чудовищную графоманию. Z-поэзия, так называемая, новый патриотизм, который сейчас вот ублюдок Олег Демидов. Вы меня слышите, Олег Демидов? Вы ублюдок! Так вот, как ублюдок Олег Демидов составил свою антологию, я знаю, что он смотрит все, что я говорю, и когда вы это выложите, он тоже увидит. А когда я его лично увижу, я ему всю рожу разобью. У него рожа большая, по ней промахнуться очень трудно. Так вот, антология Олега Демидова, это «Правая рука покойного Прилепина», он, значит, там собрал Z-поэзию. Зачем это нужно? Это тоже нужно. Во-первых, чтобы знать, кого вешать. А во-вторых, чтобы знать, кому рожу бить. А в-третьих, чтобы зафиксировать, как это прельщение работает на поэтическом уровне. Ресентимент – это довольно поэтическая эмоция, понимаете, довольно творческая. И то, что люди там пишут, в этом лагере, Долгорёва, Караула, все эти прочие выродки рода человеческого, это необходимо знать, потому что это делает понятным, психологически понятным, тот механизм, как они, на чем они съехали. А я вам скажу, на чем они все съехали. Они съехали все на том, что им не додано, что главными были не они, а что всякие евреи и либералы не допускали их к читателю. Кстати, у Юны Морец тоже это было очень давно. Все шестидесятники ездили по заграницам, а меня не пускали. Какой ужас. На крик прибежал Бэбс. Он большой здесь. Дом удерживаем мною на колени. Привет, привет, привет. Он в чепчике, ну, потому что он ложится спать. Но крик его испугал, и вот он вам всем машет. Бэбс машет. Пошел спать. Ну вот, значит, так что стихи пишутся. Более того, скажу вам, в огромном количестве пишется проза. Мне только сегодня девушка из Перми, не имею права называть имени, прислала роман «Мобилизация» о том, как идейный мобилизант
который сам повестки разносил, пошел на фронт, там насмотрелся всякого, вернулся и рехнулся. Причем безумие описано очень убедительно, очень хорошо. Ясно, что девушка сама что-то подобное испытала. Прежде всего, там очень точно почувствовалось, то спичкой, то великаном, очень занято, очень точное ощущение. Ну вот, так что пишется и проза, и стихи, и вообще все в большом порядке, и мы увидим замечательную литературу. Конечно, новый роман напишет Жадан. Я уверен, что на будущий год Жадану дадут Нобеля. Надо было в этом году давать, конечно. Но премия по литературе Нобелевской в этом году была очень разочаровывающей. Эрно – это просто плохо. Ну, видимо, я только что закончила читать «Страсть», я с вами согласна. Ну, мы с вами молодцы. Вот, значит, мы бы с вами такое написали гораздо проще, понимаете, и лучше. Ну, наверное, каждая женщина может такое написать. И каждый мужчина. Ну вот, они это все, значит, грубо говоря, прощелкали. Надо было, конечно, давать кому-то из украинцев. Но я уверен, что Лина Костенко еще будет жива в будущем году. Уверен, что и Жадан будет жив, и они свое получат. Значит, я думаю, что книги стихов, которые сейчас пишутся в Одессе, Таисии Найденко, Марии Галиной, Аркадием Штыпелем, это, безусловно, великие книги. Я думаю, что то, что пишет Саша Ратнер в Днепре или 19-летний Ванька Макаров в Днепре, который совершенно гениальный поэт, просто. Я думаю, что это... Я, кстати, Ваньку, может, потом почитаю, потому что... Я так балдею от его стихов. Ванька – это что-то невероятное. Я вот в июле его навестил, и до сих пор я под обаянием общения с ним. А у меня к нему несколько отеческое отношение. Я его как поэт открыл. Но просто думаю, что честь этого открытия сохранит мое имя в литературе. В Украине огромные поэты сидят. Другое дело, что они пишут сейчас не только о войне. Потому что война странным образом вдохновляет их на замечательные открытия, на замечательное понимание Бога, жизни. Там вообще в Украине происходит мистерия. Ситуация, когда Бог непосредственно вмешивается в историю. Об этом надо писать, об этом хочется писать. Мы переживем колоссальную вспышку литературного интереса и литературного развития бурного. Когда это будет, я не уверен, что сразу. Но то, что это война литературная по преимуществу, потому что в этой войне нет никакого геополитического интереса, а чистое безумие с одной стороны и чистая вера с другой, это для меня совершенно несомненно. Вы сказали, что поэзия своего рода самотерапия. Но... Так и есть. Да, хорошо. И, наверное, проза тоже самотерапия. Прозы нет. Почему? Я могу сказать, проза – это, знаете, как у Ахматовой. Он к самой черной прикоснулся язве, но исцелить ее не мог. Проза – это расковыривание язв своих, чужих. Но я не уверен в ее целительной функции. Она нужна для анализа, она нужна, чтобы понять, что с вами происходит. Но их целить, гармонизировать проза не может. Проза может в лучшем случае поставить диагноз. А стихи, понимаете, прозу вы делаете из себя, а стихи вы получаете откуда. То есть это... Я даже не возьмусь сказать откуда. Я не говорю, что это всегда диктует Бог или там нашептывает бес. Может быть, вы это берете, из, как говорил Гаспаров, из каких-то резервов культурной памяти. Это не важно. Но вы это откуда-то берете. И только потом вот это преобразуется. А проза – это буквально, так сказать, нить, паутина, которую вы тянете из брюха. И я совершенно не уверен, что проза может кого-то исцелить. Наоборот, она может проговорить проблему и обнажить проблему. Это хорошо. Но для того, чтобы ее снимать, понимаете, гнойник вскрыть она может. Но для того, чтобы антибиотик какой-то впустить в организм, нужно все-таки, ничего не поделаешь, или писать стихи, или, по крайней мере, читать стихи. У меня к прозе, хотя я там написал довольно много ее, у меня к прозе все равно отношение как ко второму сорту. Вот что хотите, то и делайте. Потому что даже самое качественное, ну, есть какие-то опыты в прозно-поэтическом синтезе. Там у Андрея Белого, у Гарсиа Маркеса, у Хуана Рульфа, там это бывает. Но чистая проза, которая не находится на грани стихов, это для диагнозов.
Вот так бы я сказал. Глуховской, как вы к нему? Глуховский. Он хороший и талантливый публицист. А, даже. В прозе это вообще никакого отношения не имеет, но он хороший человек. Понимаете, очень хороший, яркий. Публицистика у него прекрасная. Проза – это, ну, кого назвать? Из ныне пишущих, вот из таких, ну, Фрэнзен – это проза, безусловно, ну, Маккарти – это проза. Вот у меня, понимаете, сегодня я прикупил его, и у меня он уже стоит, и я его уже читаю. Вот это проза. Это новый его роман «Пессенджер». Я совершенно не фанат Маккарти, но «Кровавый меридиан» – это проза, хотим мы того или нет. И, собственно, «Дорога» – это проза. Ну, да много в Америке хорошей прозы. Вот у меня самая любимая проза сейчас стоит. Знаете, я всем могу посоветовать. Эта книжка довольно редкая. Я ее оторвал в нашем букинисте. Это Уильям Херсберг, автор «Падшего ангела», там «Сердце ангела» и так далее. Это жизнеописание Ричарда Братигана. Ричарда Братигана самого, я считаю, прозаиком совершенно десятого ряда. А вот этот гигантский роман, который Хёрсберг о нем написал, это вся жизнь шестидесятника, вплоть до его самоубийства в 49 лет. Подробная, дотошная, детальная хроника американской жизни с 40-го по 90-й. Это жутко полезная книга, абсолютно необходимая. Я ее читаю, перечитываю, плаваю в ней, погружаюсь в нее. Называется она «Юбилей Хичхайкера» или «Праздник Хичхайкера». Катька ее переводит для издательства «Гонза», жена моя. А я просто вот держу на полке, и на чем откроется, оттуда и читаю. Проза, на каком языке вы читаете? Ну, по-английски, конечно. Окей. Проза, конечно, Роберто Балань. Вот это совершенно гениальный писатель. Я по-испански не читаю, но по-английски я прочел у него все, что издано. У него издано довольно много. Баланью даже я, знаете, вот четко совершенно знаю, что на какой бы странице я его не открыл, эта страница и эта строка даст мне ответ на то, о чем я думаю сейчас. Это много раз проверено. Мы можем с вами провести этот эксперимент, открыть Баланью и на нем посмотреть. Он самый точный диагноз. Вот тоже 49 лет прожил человек, а какую прожил жизнь? Да? Вот это проза, безусловно. А в России Валерий Попов, это прозаик, безусловно, первоклассный. Что бы он ни писал сейчас, а он пишет сейчас много совершенно позорной ерунды, но все-таки это большой писатель. Писатель настоящий. Ну, трудно мне назвать из ныне-то живущих, понимаете? Ныне живущих-то в России писателей-то почти и не осталось. Из тех, кто уехал, там есть хорошие. Дима, а что с Пелевиным? Ну, с Пелевиным довольно обычная вещь. Он привык деконструировать. И так много и хорошо деконструировал, что утратил способность конструировать. Понимаете, вот это я могу объяснить. Когда у человека есть враждебность ко всякому пафосу и склонность к развенчанию всякой лжи, это хорошо срабатывает до какого-то момента. А потом ты вдруг попадаешь в патетическое время, время пафоса. Ну вот там, ну, сейчас. Героическое время. И ты не можешь ничего сделать. Ты ничем не можешь на это время среагировать, потому что у тебя не осталось восхищения, сентиментальности, не осталось чувств человеческих, а осталось только бесконечное презрение к этой жизни насекомых, к этой жалкой мельтешне. Ранний Пелевин, у него были какие-то волшебные облака, какая-то способность из своего внутреннего «я» генерировать какие-то удивительные нити, там, тянуть. А нынешний Пелевин – это совершенно иссякший человек. И я-то думаю, что, понимаете, вот сатирику трудно в патетические времена. Но вот Зощенко нашел же выход, он сумел написать гениальную повесть «Перед восходом солнца», которая и есть самый точный ответ на войну. Антифашистская книга, книга о духовном рабстве. Ну а кто же это понял? Понимаете, уж, конечно, не Сталину было понимать эту книгу. А вот с Пелевиным, Пелевину не хватило это написать. Хотя, может быть, со временем
я пойму, что его последняя проза тоже была направлена против русской идеи. Но дело в том, что последняя проза Пелевина очень скучна, очень плохо написана. Вот повесть Зощенко – это проза высокого очень класса. А проза нынешнего Пелевина – это жвачка, мякина. Может быть, когда-нибудь он вернется, и мы его узнаем прежнего. Но для этого нужно же, понимаете, что-то с собой сделать. Спасибо, Дима. Вам спасибо. Давайте прочитайте стихи этого молодого украинского поэта, которого вы так хвалите, чтобы мы не забыли. Сейчас почитаем. Если у вас есть вопросы, просто поднимите руки. Смотрите, просто у Ваньки действительно очень своеобразный способ соединять слова. Он единственный в современной русской литературе прямой продолжатель Сосноры. Но смотрите, как он это делает. «Вновь я посетил ноябрьские снежинки, мотыльки, которые мне чудились весной, надеждой, а прошло-то меньше года». И тысячи твоих мгновений ясных, когда на нас глядит слепой Чайковский, из всех смотрящих с неба он один мне чувствовался самым ясным взглядом. И розовое слово марципан, что слышно и над точкой шепчет ясно, вот клок небесный, волосы воды. И с первых дней побега от надежды являлся мне заступнический рай. С надеждой в охапке от нее же бежал я по дороге неотсветшей, без света, но отпущенный из плена хорошенькую дочкой короля, слепою, вот смотрящая была бы, и словно на груди немая роза пылает, словно радость милой славы. Дружинники пеняют и клянут любовь мою, мою ночную птицу. Не пой, не пой, она напоминает мне короля, в отличие от дочки. И там, где свет не догорает сладком и на земле, но будто бы под ней. А покажись полями дальней рощи и певцом любви, Плутоновая сфера, вот спешился в снежинках новый дуб, стоит в руке и тихо помощь просит. Друг золотой, ты у меня не сыщешь ни лунного огня, ни пышноцвета, ни золота осеннего убора. В моих глазах ноябрьские снежинки, как сейчас. Я самого себя напоминаю, тебе окажусь гробницей войны. Пойдем наверх, чудесный зимний ангел, нас ждет ленивый штат Монгольфья. Украсть себя, унучивший миг зеленый, запоздалый, полный небом, средь неба, будто волосы в воде, а слава беглецу сулит свободу. И ангел-утешитель сотворит мне валькирии одно стихотворение, и в тишине стихающей меня до слез допомнит мне же. Понимаете, там каждая строчка содержит огромное количество отсылок и смыслов, но, понимаете, заодно вот это... что с первых дней побега от надежды явился мне заступнический рай, вот этого совершенно достаточно, чтобы сделать отдельное стихотворение. А у него таких набросано по дюжине на каждый текст. Она читает, конечно, глазами, но поверьте мне, что Ваньке это очень хорошо. Тут пришел вопрос про Вадима Жука и Сергея Плотова. Они оба очень талантливые люди. Это была всегда хорошая фельетонная поэзия. Но Вадим Жук написал одно гениальное стихотворение во время войны, когда задвигалось и загремело. Это гениальное стихотворение, над ним два дня рыдал. А неплохие стихи есть у Плотова. Но это, понимаете, по сравнению с тем концентратом стиховым, который делает, скажем, Найденко, это, мне кажется, все-таки жидковато. Наверное, для того, чтобы писать как Найденко, надо жить как Найденко. А она... сейчас живет в Одессе. Дело в том, что война из многих из нас выбила действительно шедевры. Вот взять, по крайней мере, Алю Хайплину, у нее там на 10 стихотворений 2 хороших. Но эти 2 очень хорошие, действительно, высокий класс. И мне Хайплина нравится сегодня из русскопишущих больше всех. Потому что у нее очень жесткий взгляд на себя. Но есть у нее жидкие стихи. А вот Вера Павлова в последнее время пишет очень хорошо, очень концентрированно, так как Плотову не написать никогда. Но это, наверное, Плотову нужно для этого, что ли, побыть немного Верой Павловой, то есть человеком, который глубоко и искренне ненавидит себя. Это надо уметь. А прочитайте. Кого? Веру Павлову? Да, так у меня человека, который искренне... У нее сейчас выйдет книжка новая. И вот там военных стихов очень много.
Я попробую найти в сети. Знаете, вот всегда говорили, что Вера Павлова любуется собой. Это было. Да, ведь да. Это имеет и обратную сторону. Это имеет как бы изнанку. Ну вот, родина, мать ехидна, листает мою тетрадь. Детка, тебе не стыдно убитых перебивать? Потрясающий текст, совершенно и абсолютно точный. Вот еще. Это я пропускаю, тут довольно много ее последних вещей. Крылья дал светлячку, а светлячихи нет. Волоком волоку, жалкий и тихий свет. Птица поет, убью, травы стоят стеной. Суженую свою видишь меня, родной? Отключение электри, притихают речи, умирают фонари, оживают свечи, превращается в собор древняя столица. Попроситься, что ли, в хор, плакать, петь, молиться? Ни надгробия, ни венка, осушив поступки, мы хороним хомяка в обувной коробке. Лиза в школе, скажем ей, Белла убежала в лес к своим на пару дней. Смерть, где твою жалобу? Вот еще тоже. У нее же все очень весело. Она такая. 59-й первый снег обжигает кончик языка. Плавится тепло закрытых век, вспыхивает мокрая щека. Словно поцелованный, кем? Богом, небом, облаком, тобой. Все исправит, скажет, нет проблем, а потом укроет с головы. Ну, шедевр, понимаете? Молодец. Это при том, что мне далеко не все у нее нравилось. Но сейчас это высокий класс. Или, например, вот это и то из нее, что я помню наизусть, и мне всегда это казалось замечательным. Господу на пейджер. Нет, дочери на пейджер, срочно позвони. Господу на пейджер, спаси и сохрани. Мать, я у Кирилла, хватит, не кричи. Значит, получила, значит, получил. Да, вот такие штуки я люблю. Мне нравится, чтобы все это было мясо с кровью. Это, конечно, дурно с моей стороны. Но как бы остроумно я и сам умею. А что на ум приходит от Лины Костенко? Ну, я больше всего люблю Марыщу, конечно, Марыщу Чурай, вот этот роман в стихах. Но у нее любовная лирика 60-х годов была очень недурная. То есть я вообще люблю эпос, понимаете? Мне нравятся баллады, сюжетные вещи мне нравятся. Но мне у нее и любовная лирика нравится очень, потому что она, знаете, это серьезное страдание умной женщины, умной, рефлексирующей, не теряющей головы, умеющий держать себя в руках, типа Умняги, типа Демидовой, Рязанцевой, вот это я люблю. И Лина Костенко, она такая, это строгая женщина, вот это мне очень нравится. Тут, сейчас, подождите, я почитаю чат. У Виктора Соснора не был признан в Союзе, ну как-то не был. У Виктора Соснора было самое драгоценное признание. Почетно быть твердимым наизусть и списываться тайной украдкой. Соснора был чрезвычайно популярен в кругах, начиная от Лили Брик и кончая Вознесенского, который его ценил весьма. Соснора был в огромной моде. Соснору первым поэтом поколения считал Владимир Новиков. Он много писал об этом. А это авторитетный критик, его похвала дорого стоит. Ну, в общем, Соснора был, так сказать, героем небольшой, но очень приличной прослойки. Я помню хорошо, что «Гамлета и Офелию» я прочел в 85-м году, меня совершенно поразил этот цикл. А помню, что мне не очень нравились «Сполохи», не очень нравились его вариации на тему слова о полку. Вот. А мне зато безумно нравился город Китеж. Вот. И я вернусь в мой город Китеж. Я помню, я вот в Днепре когда был, я там читал это в пьяной компании и рыдал неудержимо. Ну, гениальные стихи. Кто не читал сказания о Граде Китеже у Соснора, прочтите обязательно. «Мулен Руж», потрясающее стихотворение, дико смешное. Если хотите, потом тоже почитаем. Нет, Соснора, в общем, был такой, понимаете, то, что называется культовый поэт. Культовый не значит знаменитый, культовый значит широко известный в узких кругах. В этом качестве он был вполне себе престижен. А прочтите стихотворение, которое вы написали на «Осеннем троллейбусе». Прочту потом обязательно.
Хорошо. Это стихотворение, оно хорошее, конечно, но оно довольно обыкновенное. То есть я понимаю, что людям нравится, когда пишут о родине. Но мне это самому кажется довольно рабским занятием. Ничего не поделаешь, иногда из меня вылезает и вот такое. Это от меня не зависит никак. Okay. Да, да, лирика на Наума Соколовского никакого мнения о ней не имеет. К сожалению, недостаточно знаком. И никогда не было интересно продолжить это знакомство. А вот лирика Мчиславского мне нравилась всегда. Он хороший поэт. Был царством небесным, но и остался. Вот. Равным образом тут мне нравится почти все, что пишет Кинжеев, почти все, что писал Цветков. И больше всего мне нравилось, конечно, то, что писал Лось. Я хотел бы продолжать то, что делал Лось. Думаю, что кое-что из моей последней книжки ему пришлось бы по вкусу, хотя нравились ему и предыдущие сочинения. И более того, я был один из очень немногих людей, который мог Лосева сильно насмешить. А во всяком случае, когда я читал ему Толстого, я помню, у него нога болела, он отвратительно себя чувствовал, но под конец он хохотал, как дитя. Может быть, мне когда-нибудь зачтется, что я облегчил Лосеву проблемы с артритом. Да, действительно. Вита Штивельман, ты готова со своими вопросами? Ну, вообще, у нас есть фильм под названием «Три вопроса», и на один из них, Дмитрий Львович, вы уже частично ответили. Собственно, вопрос о славянофилах и западников, но споры, которых начались около 200 лет назад, и как-то интересным образом это выворачивает вот во всей этой происходящей катастрофе. Россия, она набрала по-настоящему весомость именно после этого, потому что до 20 века славянофилов воспринимали как клоунов. Это отчасти верно. А вот после Второй мировой войны это другое. После Понятно. Второй мировой войны Россия этим заболела. Понимаете, ведь для того, чтобы фашизм свил гнездо в стране, нужно два условия. Во-первых, долгое предыдущее унижение, то есть ресентимент. А во-вторых, очередной явный культурный спад. Чтобы расцвел сорняк, надо вытаптывать культурные растения. В России это случилось. На фоне Тургенева славянофилы 60-х годов, конечно, выглядят очень убого. На фоне Тургенева, я вам скажу, и вся философия Достоевского выглядит абсолютно самодеятельностью. Но на фоне, да или на фоне Толстого, допустим, хотя какое-то влияние славянофилов он пережил. Но на фоне русской литературы 20 века какой-нибудь Леонид Леонов выглядит вполне себе титаном со своими идеями ресентимента. И, конечно, для того, чтобы фашизм привился, надо долгое время просто сознательно уничтожать культуру. В России это происходило. А в Советском Союзе это начали было преодолевать в 70-е годы, но потом в 90-е опять все это рухнуло, и сегодняшняя Россия – это выжженное поле. Можно ли прочитать? Да, Вита, спрашивайте, потом я сейчас. Второй вопрос следующий. Есть ли русские стихи, которые вы разлюбили после начала войны? Если есть, то какие? Ничего в моих вкусах не изменилось. Скифов я как считал очень плохими стихами, так считаю сейчас. Блока я, как всегда, считаю гением, понимаете, богом. Но ведь это апостолу нужно обладать хорошим вкусом, а богу это не обязательно. У Блока вкус был плохой. У него масса плохих стихов. Или, как замечательно сказал о нем Маяковский, у меня из 10 стихотворений 5 хороших, а у Блока 2. Но таких, как эти два, я не... Я не могу. Да, ну, хорошо. Хорошо, а Тарковский «Я ветвь уменьшаю от ствола России»? Ну, обычные декларативные советские стихи. Понимаете, у Тарковского тоже очень много шлака. Вот с Тарковским интересно. Он писал гениально в 30-е годы и очень неплохо в 60-е. А в конце 50-х у него случился бурный такой прорыв. Он поверил в оттепель. И он стал писать очень плохо. У него появились жидкие, оптимистические стихи, совершенно бессмысленные, ну, не содержащие мысли. У него с мыслью всегда было плоховато, но у него хорошо было
с таким благородным стоицизмом. Это все куда-то улетело. Поэтому большинство стихов второй половины 50-х не годится никуда. Но у него были при этом гениальные прорывы, типа там «Мне другие мерещатся тени, мне иная сквозит нищета, переплетчик забыл о шагрени, и красильщик не хватит холста, за коклюшки свои кружевница под окном не садится с утра, и лудильщик цыганской птицы не чадит кислотой у костра, золотобит молоток свой забросил, золотошвейная кончилась нить, наблюдать умирание ремесел все равно, что себя хранить». Вот это очень хорошо. Да? А больше всего я люблю, но это, ну, самые мои любимые у него стихи, это «Где черный ветер, как налетчик, поет на языке блатном, ходит путевой обходчик во всей степи». Любой, кто останавливался на полустанке ночью, повторял про себя эти стихи. Это гениально, и осторожно, как художник, звук какой, следит проезжий за огнем, покуда железнодорожник не пропадет, кроме степном. Все ударения на «у» и «о», и потрясающий вот этот степной ветер. У него были гениальные стихи, при том, что как бы с мыслью действительно там не очень хорошо. А тут это самое, давайте третий вопрос. И третий вопрос совсем простой. Что бы вы хотели сказать тем, кто живет в России и, рискуя свободой, открыто выступает против войны? Вот, молодцы, прекрасно. Только не понимаю, почему надо обязательно рисковать свободой. Почему надо не выступать против войны откуда-то, где это более безопасно. Я понимаю необходимость оставаться в России, когда там пожилые родители. Но если бы мать была жива, я, конечно, не уехал бы или увез бы ее. Но я совершенно не понимаю необходимости оставаться там, когда у вас есть возможность уехать, и вы зачем-то рискуете сесть. И я думаю, что садиться в России – это худшее, что можно сейчас сделать. Но, конечно, если люди рискуют, я восхищен их героизмом. Я просто не склонен уважать героизм ради героизма. Мне кажется, что сейчас время, и это ненадолго же все, понимаете, ведь это все будет продолжаться, ну, там, от силы до конца 23-го, а в это я не верю абсолютно. Я вполне допускаю, что до конца 22-го все это лопнет, и я, как и собирался, буду встречать Новый год на эхе Москвы. Да. Очень на это похоже, потому что гнойник, знаете, вот у гнойного воспаления бывает такая стадия, когда не то, что оперировать его нельзя без наркоза, а просто прикоснуться рядом нельзя. Настолько все кровит и настолько все набухло, что сейчас этого взрыва можно ожидать в любую секунду и под любым предлогом. Тут поступила просьба прочитать «Старуху-мать с ребенком-идиотом». Это без проблем. «Старуха-мать с ребенком-идиотом, слюнявым, длинноруким, большеротым, идет гулять в ближайший листопарк и будет там смотреть на листопад. Он не ребенок, но назвать мужчиной его, что так невинен и убог, с улыбкой безнадежно, беспричинной, головой вывернутой в бок, они идут, сутулившись, ни звука, лишь он мычит, растягивая рот. Он крест, ее пожизненная мука, что если он ее переживет? Он не поймет обрушившейся кары, и в интернате карцеру сродни, все будет ждать, все будет звать ее, и санитары его забьют за считанные дни. О, если впрямь подобие высшей воли исторгло их из хаоса и тьмы на этот свет, скажи не для того ли, чтобы осторожней жаловались мы, а я-то числю всякую безделку за якобы несомый мною крест, и на судьбу ропщу, как на сиделку ворчит больной, ей скоро надоест. Но нет, не может быть, чтоб только ради наглядной кары метки нулевой явился он в пальто, протертом сзади и с вывернутой длинной головой. Что ловит он своим косящим глазом? Что ищет здесь его скользящий зрак? Какую правду большую, чем разум, он ведает, чтоб улыбаться так? Какому внемлет ангельскому хору? Какой смотрит горное кино? Как нюх слепцу, орлиный взор глухому? Замен рассудка, что ему дано, что наша речь ему древесный шелест, что наше небо глина и свинец, что если он не понятый пришелец, грядущего довременный гонец, что ежели стрела попала мимо и к нам непоправимо занесен, блаженный житель будущего мира, где каждый улыбается, как он, что ежели трудов и хворей между, он послан в утешение и надежду и тех времен из будущей Москвы, в которой все мы будем таковы. Так, все равно, что разобрались, ура.
А дальше я никаких вопросов не вижу в чате. Давайте дальше есть вопросы. Есть, давайте, давай. Да. Владимир Фрункин, вопрос. Владимир Аронович, пожалуйста. Что? Да. Володь, Дима, вы здесь? Да, Дима, добрый вечер. А мы же на «ты», кстати, да. Да. Володь, у меня огромная просьба и вопрос от меня лично. Где-то есть те 20 кассет «Русские барды», которые вышли в 70-е годы? А, где-то есть, да. Я могу узнать. И их взять. Если разговор об Акуджаве, то у нас есть друг, у которого абсолютно все от Акуджавы. Нет, с этим другом я знаком. Я знаю, где он. Это в Израиле замечательный Миша Дочкин. Но мне нужны там 5 песен Матвеевой, которых больше нет нигде. У меня и Агасфер не полностью, и у меня не полностью Юнга. А мне хотелось, ну она забыла по ходу, а мне хотелось бы эти кассеты еще нормальным голосом где-то иметь, которые вышли на BBC. Где их достать, Володя? Дима, я все разузнаю и вам напишу, или тебе. Дай Бог здоровья, спасибо. Да, у меня вопрос. Да, пожалуйста. Был рад, когда вы упомянули человека, который нас когда-то познакомил. По телефону во время прямого эфира «Голоса Америки». Я был в Вашингтоне. А вы гостили у Льва Владимировича Лосева. А, у Льва Владимировича. Да, в Нью-Хэмпшире. Так вот, для меня остается загадкой одно его стихотворение, которое, я уверен, вы знаете наизусть. А если не знаете, я могу напомнить. Оно начинается так. «Понимаю, ермо, голодуха, тысячу лет тысячу демократии». Демократии. Нет, ну, конечно, да. Конечно, да. Знаю. Но худого российского духа не терплю. Говорил мне поэт, эту водочку, эти грибочки, этих девочек, эти грешки, и на утро за место привочки водянистый блок стишки. Ну, конечно, знаю еще. Так вот, Дим, помогите, просветите. Для меня остается загадкой последние четвертиши, последние строчки. Но гибчайший... Но гибчайшую русскую речью что-то главное он огибал и глядел будто прямо в заречье, где архангел с трубой погибал. Как вы это понимаете? Я это понимаю, что рациональная речь Бродского огибает в русской жизни что-то главное, вот этого гибнущего архангела с трубой. Не слышат этого звука трубы, которым пронизан весь блок. А что Бродский огибает что-то главное. Это так и есть. Это ну, да, но кто заречье, это не за Невских башнях тишина, где на шпиле собора архангел с трубой. Нет, он глядит за Неву. Петропавловский собор. Нет, он глядит куда-то за Неву. А кто там погибает с трубой, какой конкретно архангел, я это не расшифровываю, но где-то там за рекой расположено самое главное в русской жизни. Вот туда он и глядит. И, может, он глядит на Петроградскую сторону. И это реабилитация, и это противостоит всем тем инвективам, которые излагаются да, выше. Да, это противостоит рациональному дискурсу Бродского. Так я это понимаю. Что-то интересно. Главное он огибает. Вот. Спасибо. Вам спасибо. А как вас навестить? Вы рядышком совсем. Как ваши студенты воспринимают ваши лекции? Вы их читаете на русском, английском? Я их читаю они по-английски понимают... тоже. И по-английски я их читаю даже с большим удовольствием, потому что английский язык позволяет отсечь все лишнее. Он вообще очень деловитый, как вы заметили. Понимаете, я столько раз отвечал на вопрос про студентов, что у меня есть совершенно готовые формулы, которые лишний раз повторять неинтересно. А американские студенты очень внимательны, очень активны и всегда делают то, что от них требуется. У меня есть довольно много Zoom-курсов с российскими студентами или со студентами-иммигрантами со всего мира. Самое интересное, что я делаю сейчас, это курс для
свободного университета в России. Но мне нравится мой курс для Европейского университета «Сталин в мировой культуре» и «История сюжета и жанра». Это тоже хороший курс. Мне нравится курс «Creative Writing», который я делаю для корнельских пишущих студентов. Там довольно много фриков, а с фриками очень интересно. Но, к сожалению, Корнель меня использует не на полную катушку. Я читаю всего 3 курса, а мне хотелось бы гораздо больше. Но я понимаю, что на большее я и им не нужен. И вообще редкий профессор читает больше 3 курсов. Поэтому я, вот начиная с февраля, с весеннего семестра, беру еще один курс в свободном университете, который называется «Русский семейный роман». Это мне весьма интересно. А по Zoom у меня только вот для свободного университета. А что называется вручную, вот так, это трудно. Символично, как остров Одиссея, на который вы попали. Чувствуете ли вы себя Одиссеем? Нет, не чувствую. Потому что, если вы помните, Одиссей с Итаки благополучно уехал. Он приехал ненадолго, навел порядок, выгнал женихов, переспал с женой, повесил служанок и отправился дальше, искупая свою вину перед Посейдоном, как правильно, или Посейдоном, как по-русски, ходить с веслом, пока его не спросят, что за лопату ты несешь. А я вообще не осел нигде, потому что не осел нигде, потому что умрут я в России, я хорошо это знаю. Другой вопрос, так сказать, собираюсь ли я проводить в России все свое время? Конечно, нет. Конечно, Америка для жизни гораздо лучше. И я Америку люблю гораздо больше, чем Россию, потому что Америка – это вот страна, в которую я приехал в 1994 году впервые и понял, что это мое место на карте. Я должен жить здесь. У меня на карте есть 2 места. Одно – это Гурзуф, и, к сожалению, он сейчас для меня недоступен, но будет доступен обязательно, это я вам говорю совершенно точно. А второе – это Штаты. А больше всего Портленд в штате Орегон, что вы можете видеть вот по этой вот маечке. Для меня Орегон – это совершенно родной штат. И особенно берег океанский с этим серебристо-серым, вот как бы накатывающим сверху океаном, с этими утесами, с этими тюленями. Ну, я больше на свете люблю Портленд. Это мой город. И когда-нибудь, конечно, я буду жить там. Правда, там маленький очень университет, и я там никому не нужен. Но у меня был случай, когда я там читал лекцию, а в соседней аудитории читала лекцию Урсула Ле Гуин. Это был самый большой мой американский профессиональный успех. Так что я буду рано или поздно жить там. Америка – это совершенно дивная страна, но Портленд или Итака – это не конец. Все равно для меня Россия была и останется самым притягательным местом, и я должен потратить остаток жизни на посильную реставрацию русского читающего класса. Так я это себе представляю. А как это получится в жизни, я не знаю, но вектор мне очевиден. Русский семейный роман, трилогия Гончарова. Почему прогрессивная критика негативно относилась к писателю? Ну, во-первых, он тоже к ней довольно негативно относился. Вспомним Пенкина или поэму «Любовь взяточника к проститутке». А если говорить серьезно, то ведь Гончаров действительно писатель, страдавший чем-то вроде прокрастинации. Он писал слишком долго и мучительно, и обрыв появился на 20 лет позже, чем был задуман, и Обломов на 10 лет позже. Он опаздывал. Но какие-то вещи стали доходить в 20 веке. Кстати, фильм Венгерова «По обрыву», на мой взгляд, замечательный прорыв духовный. Тургенев и Гончаров у нас до известной степени впереди. Нам надо до них дорасти. До Тургенева в особенности, но и у Гончарова были замечательные мысли. Понимаете, в чем проблема? Гончаров был именно гениальный мыслитель. Например, статья «Миллион терзаний» – это лучшее, что написано о «Горе от ума». Но вот найти для этого сложную форму он не всегда умел. У него получалось очень занудно. Сейчас восстановится коннекшн. Лучшее, что написал Гончаров, это, конечно, сцену Марка и Веры на обрыве. «Боже, прости, что она обернулась». Это гениальный кусок. Но таких гениальных кусков очень мало. Роман занудный, в общем. Поэтому
Ну, видимо, когда у нас будет больше времени, мы будем его лучше понимать. Кого бы включили тройку американских... Кого бы включили в тройку лучших американских фантастов? Брэдбери, бесспорно. Наверное, Кинга. Он все-таки фантаст, конечно. Знаете, ну, Саймака, давайте Саймака. Он, мне кажется, такой самый, что ли, самый из них психолог. Наименее фантаст и наиболее реалист. Я же фантастику люблю не вся. Я уважаю Кларка, уважаю Азимова, но это не моя литература. А дальше вот вопрос, как проходит ваш типичный день, еще типичный выходной. Мой типичный выходной ничем не отличается от моего типичного дня. Я когда-то Кушнера спросил, нет ли у вас комплекса вины перед людьми физического труда. Он говорит, а с чего бы? У них бывают выходные, а у меня никогда. У них нормированный рабочий день, а у меня ненормированный. Дядя Вася, конечно, у него своя трагедия в жизни, своя сложная жизнь, но дядя Вася поработал, пошел домой, развернул газету и отрубился перед телевизором. А я никогда. Вот это правильно. Да и более того, говорит, у него есть чувство выполненного долга, а я живу с ощущением, что моя жизнь проходит зря. Это очень точно. А, Дмитрий Львович, там есть один вопрос, который мы пропустили от Анны Голицыной, начинается «Патриоты и национальные». Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что, Ань, поймите, задавать вопрос, на который ты знаешь ответ, это как бы дурной тон. Вы же прекрасно знаете, что патриотическая поэзия бывает хороша и уместна, а бывает неуместна и нехороша. Патриотическая поэзия была хороша и уместна в 43-м году и не очень хороша в 22-м. Но это настолько очевидная вещь, но не заставляйте меня говорить банально. Это терпеть не могу. Вы сами все прекрасно понимаете, конечно. Аня, это тоже ответ. Хорошо. Я хотела бы знать, когда вы будете министром образования, какие реформы вы проведете? 5 вещей. Первый, у меня давно разработана программа. Первое – объединение высшего и среднего образования, университета и школы. Вторая – все дотации для прихода в школу профессионалов каждой области, программистов, математиков, биологов. Третье – создание таких лагерей или таких интернатов, где перед детьми ставят максимально серьезные сегодняшние научные задачи и путем невротизации мозгового штурма заставляют их решать. Так был Артек в свое время. Выход на пенсию для учителя в 35 лет и до этого преимущественное право путешествовать за границу с обменным опытом. Потому что учитель после 35 должен идти в вуз и преподавать методику. Понимаете, это дело молодых. Для того, чтобы видеть класс и контролировать класс, надо стоять. Учитель, который проводит урок сидя, никуда не годится. А учитель, который может простоять 6 часов подряд, это молодой человек. Да? Ну и кроме того, безусловно, занятия в школе должны начинаться в 9:30, а не в 9:30 или не в 8, потому что мозги включаются не сразу. Ребенку надо давать высыпаться. И, конечно, сегодняшняя школьная программа страшно недогружена. Ребенок должен уходить в школу в 9 утра и приходить в 10 вечера. Он должен быть занят все время. А я иногда Андрюшу из киношколы забирал в 3 часа ночи, потому что они репетировали, монтировали, потому что у них была дико интенсивная жизнь. В школу ребенок должен бежать как на праздник, потому что дома скучно, а в школе люто интересно. В школе серьезные вещи, экстремальные занятия, потрясающий экстремальный опыт. Без постоянного напоминания ребенку о том, что он занят главным делом в жизни, интересную школу нельзя построить. И, конечно, разумеется, надо брать в первую очередь самые трудные, самые кризисные школы, окраинные, дурные, с безнадежными детьми, и немедленно переводить их в регистр лучших. Я знаю, как это сделать. То есть надо этих детей, которые там уже убеждены, что они никуда не годятся, им внушить завышенную самооценку. А на завышенную самооценку
люди всегда реагируют повышением отдачи. Это проверено много раз. И, конечно, первое, что надо создавать в России, это институт экстремальной педагогики. Понимаете, потому что когда у вас в классе сидит токсичный мальчик, который или задает травлю, задает тон в травле и унижении, в буллинге кого-то, да, или если он срывает вам все занятия, большинство учителей к этому не готовы. Бывают токсичные дети, но ничего не поделаешь. Бывают дети, которым нравится гадить. Так вот, в такой класс должен приходить десант опытных педагогов, которые быстро этого мальчика обломают, а на первое место поставят чмошника, который всеми угнетаем и гнобим, но он что-то умеет, чего не умеют остальные. Поднять его, сделать его своей правой рукой. Это довольно низменные техники, но они необходимы. Знаете, это был хороший фильм «Белые свадьбы», где девочка-аутсайдер сделала один доклад, но такой, что после этого ее носили на руках. Это надо уметь сделать. Я уже не говорю о том, что классом надо дирижировать. Класс должен все время говорить больше, чем говорит учитель. Я вброшу какую-то вещь, какую-то спорную идею, и они 20 минут сидят и ее обсуждают. Я уже не говорю о том, что современный ребенок страшно быстро соображает, к его услугам айфон, поэтому тему урока надо излагать не за 45 минут, а за 10. А остальное время болтать о чем захочется, потому что без свободного контакта учителя с классом ничего не получается. Грубо говоря, понимаете, разговоры по предмету можно добыть из интернета. А вот живой разговор с учителем о проблемах, например, подростковой любви, вы из интернета не скачаете. Потому что вы интернету правду о себе не расскажете. То есть я за то, чтобы общение учителя с классом переводить как можно более в интенсивный живой процесс, а не ограничивать программы. А как я отношусь к IQ-тестам? Позитивно. У меня очень низкий IQ всегда получается. Я не умею решать задачи на пространственное воображение, но это не влияет на мою самооценку. Дмитрий Львович, вот вы сейчас в Америке, и вы наверняка слышите, что происходит в наших школах. У нас есть эти экстремальные школы, они в каждом большом городе. Какой совет вы можете дать американским педагогам или нашим министрам образования? У нас в каждом штате свой, потому что проблема у нас это не решена. Вы откройте такую школу, позовите меня учителем, и я вам покажу, как это делать. То есть я все-таки, я же потомственный учитель, у меня огромные наработки, у меня оцифрован весь материнский архив, и я прекрасно знаю, как надо. В общем, правило одно. Знаете, современный ребенок не воспринимает рассказ. Он воспринимает попытку вовлечь его в работу. Иными словами, если вы объясняете ребенку, что такое сонет Шекспира, он не поймет. Но если вы предлагаете ему написать сонет Шекспира, он напишет. Ну, у меня был замечательный пример. Я девчонкам в своем очень экстремальном классе пытался объяснить. Ну, там и мальчики были, но соображали там девочки. Что такое сонет Шекспира? Напишите. И одна девочка написала гениальный сонет, который заканчивался словами: «Я все бы отдала, чтобы он пришел, а бабам говорю, что он козел». И вот это сонет Шекспира, это пуанта сонета, все проведено. Три катрена, три и два терцета, все, два катрена, два терцета, все проведено. Надо действительно заставлять ребенка все время пытаться что-то делать. Потому что когда он слушает, как это делают другие, ну вот берем Анну Каренину, да, и подробно разбираем, какие конкретно ошибки совершил Вронский в своем романе с Анной. Она ему отдалась через полгода. А почему? Если бы он иначе себя вел, она бы отдалась гораздо раньше. Как надо было вести себя Вронскому, чтобы она отдалась через неделю? Это очень интересно. Да? Или, пожалуйста, «Война и мир». Да? Вот мы ясно видим, что Долохов мухлюет, а Ростов платит свои 42 тысячи. Как должен был бы вести себя Ростов, чтобы Долохов саморазоблачился? Вообще-то говоря, вызвать Долохова надо было гораздо раньше. Ну и много таких вещей, понимаете? А надо не просто рассказывать, пересказывать роман, а заставить школьника влезть в этот роман. А я бы на месте Пьера вел бы себя вот так. А я бы на месте Пьера не женился на Эле. Ну и так далее. Да, там. И я бы на месте Наташи не убежал бы с
Анатолием. Это довольно интересно все, понимаете? И вообще рассматриваю литературу как аптечку для трудных детей. Потому что большая часть литературы, будем откровенны, нужна трудным детям и написана трудными детьми. Все эти люди были в детстве глубоко несчастны. И они занимаются обработкой своих язв. Вот это объяснить школьнику. Понимаете, у меня была одна девочка в классе, которая понимала Достоевского как никто. Она потому его понимала, что ее мать, выйдя замуж за олигарха, совершенно была собою занята и не замечала, что этот олигарх пристает к ее дочери. А вот мне это было рассказано. И мы устроили этой девочке побег из ДВУ, прятали ее у себя все по очереди и под конец отправили к отцу за границу. Вот это было по-достоевски, это было красиво, понимаете? Вообще надо не описывать жизнь, а делать жизнь. Но это долгая тема, я могу в этом часами балабуть, это никому не интересно. Это замечательно. Ваш подход замечательный. Вот, вы решили микропроблемы. Я понимаю. Как говорила моя мать, Ильин – это пошло, но это работает. Я понимаю, если то хорошее, что я вывезла из Советского Союза, это было образование в пединституте. Поэтому я вас очень хорошо понимаю, приветствую, конечно, я бы сама пошла, конечно, опять в ваш класс. Но это микропроблема. А если бы видели нынешнее МПГУ, это вообще ужас. Потому что с тех пор, как оттуда убрали, значит, предыдущего ректора, это стало какое-то, понимаете, место с молебнами, что-то стало совершенно невозможное. И я считаю, что пединститут лучшие свои времена пережил в 50-е и 60-е годы. После Пуришева там уже ничего интересного не было. Но я еще успел на Пуришева сходить. Да, а я у него училась. Да, и мать моя у него училась. Знаю ли я о Пироговской школе? Нет, о Пироговской школе я, к сожалению, не знаю. Я не успел. Вот. Нам будет тяжело эти проблемы решить, потому что у нас эти проблемы масштабные. Мы эти проблемы решим, приезжайте к нам, работайте. Россия будет тогда открыта для любых специалистов. Вы знакомы с орт-школами? С кем? Орт-школы. Нет, не знаю, что это такое. Хорошо, тогда мы уберем этот вопрос. В этих школах работают именно по такой программе, как бы... Очень хорошо. Я, главное, не люблю вальдорфскую педагогику. Всю остальную педагогику я люблю. Где взять учителей, которые способны так работать, чтобы хватало хотя бы на четверть школ? А таких учителей в России полно. Таких учителей в России тысячи. Потому что человек, который способен удержаться в современной школе, это должен быть фанат, если он там остается до сих пор и не ушел еще в частный извоз. Так что я вам по российским провинциям таких учителей наберу сотни, как минимум, но надо им дать работу, больше того, надо дать им деньги. Те деньги, которые уходят на ракеты, бомбящие Украину, могли бы быть потрачены с гораздо большей пользой. Давайте вернемся к Украине на секундочку. Скажите, пожалуйста, а украинцы были удивлены вашим приездом? Удивлен был один человек. Ян Валетов, мой прекрасный друг, прозаик-фантаст из Днепра, очень предлагал мне, и у него были такие возможности, такие связи, очень предлагал мне взять в начале войны украинское гражданство. И говорил, если его не возьмешь сейчас, тебя к нам не пустят никогда. Я говорю, Валетов, пустят. Я приеду, человек. Нет, тебя к нам никогда не пустят, мы больше не увидимся, увы. И вот когда я позвонил в дверь к Валетову, он был приятно изумлен. Особенно если учесть, что он мне ящик водки проспорил, который мы и выпили довольно быстро, потому что пришли все друзья. А сейчас тоже очень многие люди говорят, все, ты больше никогда не приедешь в Украину, ты в списках миротворца. Ребят, я приеду в Украину уже этим летом. Я каждое лето приезжаю в Одессу. У меня этим летом будет концерт в Одессе. Ребят, вы это увидите. Я очень вас удивлю. Найденко, если ты меня сейчас слышишь, мы встретимся с тобой в Черчилле, где встречаемся всегда. Это было, знаете, очень круто. Я приехал в Одессу, иду по перрону,
неназначенная молодая женщина, и вдруг меня узнал, кричит: сезон открылся, Быков приехал. Это было так приятно, ребят. А потом еще я сажусь там в такси. Там такси-то вызвать нельзя, в общем, но остановился старый таксист, меня узнал, посадил меня в машину и говорит: ну вот, вы были у нас одной ногой, а теперь вы у нас стоите двумя ногами. И я понял, да, это правда. Теперь я у них стою двумя ногами. И творческий вечер в Одессе я устроил. Правда, он был уже не в Зеленом театре, публично собираться нельзя, бомбежка, все дела. Он был в Одесском дворике. И мне туда накидали довольно много фруктов. Это было очень приятно. Вот, так что приеду. Обязательно приеду. И многие будут удивлены приятно, а многие неприятно. Я Гектора, друга моего, Вадима, перед поездкой в Одессу еще в Днепре спрашиваю: как потом, Гектор, многие будут плевать мне в рожу в Одессе? Он говорит: нет, в рожу никто. Но спина будет заплевана оставать. Это так и было. Как только я уехал, мне вслед понеслись проклятия. Но это было, в общем, весело, интересно. Как? У нас к вам, конечно же, есть пару вопросов. Как вы относитесь к сегодняшним перегибам по отношению к русскому языку в Украине? Знаете, они имеют право на все сейчас. Хотят свергать Пушкина, пусть свергают. Пушкину ничего не сделается, в отличие от детей, которые сидят по подвалам. И в детской резвости колеблет твой треножник. Пускай колеблет, я совершенно не против. Ну вот. Достойный ответ. Я вам немножко почитаю все-таки, потому что у нас, пожалуйста, уже осталось не так много времени. Пожалуйста. Преданиях северных племен, живущих в сумерках берложных, где на поселок пять имен, и то все больше односложных, где краток день, как отче наш, где хрусток наст и воздух жесток, есть непременный персонаж, обычно девочка-подросток. На фоне сверстницы подруг она загадочна, как полюс, гордится белизной рук и чернотой косы по пояс, кривит высокомерно рот с припухшей нижнюю губою, не любит будничных забот и все любуется собою. И вот она чешет черные косы, вот она холит свои персты, покуда вьюга лепит торосы, пока поземка змеит хвосты. И вот она щурит черное око, телом упруга, станом пряма, а мать пеняет ей лежебоко и скорбно делает все сама. Но тут сюжет меняет ход, ломаясь в целях воспитания, и для красотки настает черед крутого испытания. Или проклянет ее шаман, давно косившийся угрюмо, а дерзкий вид и стройный стан, чума на оба ваши чума. Или выгонит отец и мать, зима на севере сурова, и дочь останется стонать без пропитания и крова. Или вьюга разметет очаг и вышвырнет ее в ненастье, за эту искорку в очах, за эти косы и запястья, перевернет ее каяк, заставит плакать и бояться, за ней природа в тех краях не поощряет тунеядца. И вот она принимает муки, и вот рыдает дни напролет, и вот она ранит белые руки, а жгучий снег и вечный лед. И вот... Нет. Они просто... Окей. Спасибо в любом случае. Интернета нет по всей улице, кабель повредили, но мы можем продолжить, когда вам будет удобно. Ура! У Дмитрия Львовича исчез интернет. Поэтому давайте мы попрощаемся. Дмитрий Львович, спасибо вам большое. Прощаемся с вами заочно. Надеемся на будущие встречи. Мы закрываем официальную часть нашего мероприятия. Если кто-то захочет остаться побеседовать, пожалуйста, мы остаемся. А если кому-то нужно отключиться, всего хорошего. До следующего четверга.